Лето – время каникул, а еще это время детских праздников и фестивалей. В Севастополе стартовал 15-й международный фестиваль «Золотая рыбка». Во дворце детского и юношеского творчества на 8 дней поселился праздник. В течение недели в Севастополе будут проходить различные мероприятия. Но прежде всего, концертные площадки города задействованы, войсковые части, загородные лагеря. Краснодар, Майкоп, Санкт-Петербург, Красноярск и Севастополь. Фестиваль объединяет творческие коллективы из разных уголков страны. На одной сцене юные конкурсанты танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. Правда, впервые за существование фестиваля нет иностранных гостей. Фестиваль «Золотая рыбка» появился в 1993 году. В нем принимают участие хореографические ансамбли, оркестры, вокалисты. В этом году собрались 650 участников, приезжают целыми семьями. В Севастополь мы приехали впервые сюда, мы в восторге, мы счастливы, что у нас такая возможность появилась приехать сюда и представить наш край. Защитить. Мы заводим себе новых друзей, общаемся, рассказываем про свои коллективы. Нам очень интересно. Фестиваль «Золотая рыбка» продлится до 4 июля. Помимо концертов на открытых площадках города, ребят ждут увлекательные экскурсии. Они посетят заповедник Херсонес-Таврический, музей Черноморского флота, 35-ю береговую батарею, Севастопольский аквариум и дельфинарий. Мэри Бадунс, Павел Красиков, Севинформбюро.